вознаграждению. И начинаем с номинации Formation, возрастная категория «Дети» по дисциплине «Танцевальное шоу». И мы поздравляем победителей. Итак, дипломом второй степени награждается студия эстрадного танца «Орхидея», город Елабуга. Дипломом первой степени в номинации Formation, возрастная категория «Дети» награждается группа «Место», город Топкинс. В возрастной группе «Юниоры» номинация Formation награждается дипломом второй степени студия хореографического танца «Орхидея», город Елабуга. Аплодисменты. Дипломом первой степени в номинации Formation, возрастной группе «Юниоры» награждается шоу-группа «Экспрессия», город Матвишничек. Переходим к возрастной категории «Взрослые» в номинации «Соло». Мы поздравляем победительницу нашего чемпионата, чемпионатку Республики Татарстан, дипломом третьей степени в номинации «Взрослые» дуэт награждается Тритонов Антон и Загитулин Данил, город Казань. Дипломом второй степени в номинации «Дуэт взрослые» награждается Пёклин Дмитрий и Загитулин Александр, город Казань. взрослые, и награждаем дипломом 10 степени шоу-группу «Орхидея», город Набережные Челны. Дипломом 9 степени награждается группа «Экстракт».